Мы начинаем наш репортаж шерстяного базара, финальный базар в этом сезоне. Сейчас мы пройдемся по магазинам Диар, спросим, что они привезли, и у нас тут конкуренты, такие же видеоблогеры, только они с микрофоном. Мы привезли различные поездки, сами все время блестим, каждый маркет, и у нас покупают поездки, поездки на шоу-плейдер, поездки на переносе. Кашемиры у нас очень дорогие, интересные кашемиры, ну, в плане не цены, а в плане качества, потому что Лора Пиан. Артиквы, кто вяжет, тот знает, да. Бэби Альфалка, очень интересное состояние. Кашемир на шерсть. Вы не знаете, да, почему шестая шерсть? А шестая шерсть или сиксу? И так, на самом деле, нам привязалось по большей даже части у нас сиксу. А шестая шерсть изначально нам предлагали, когда мы выбирали название, нам предложили. И только потом я поняла, что цифры 6 у нас очень много связано. В том числе моя первая девушка Лилия, и просто все сложилось. Ну, вы скажите, что у вас самое популярное на маркете сейчас? Ой, сегодня, наверное, сплитцы. Это желанная новинка один юниформ. Ее уже нет. Первый час. Обряжа. Крупным планом что есть? Супер. Очень рады участвовать каждый раз, с удовольствием приезжаем большой командой, дружной. Все девчонки получают классный опыт, большое удовольствие от общения в основном с клиентами, которые нас здесь посещают. Нам это очень-очень приятно. Спасибо организации. Это наш новый, тоже новый участник, магазин СВУ, он также всем известен, это розничная торговля в магазинах и магазинах. Что у вас самое популярное? Тулик, спицы, крючки, все. Это вот магазин Reveal Group. Регулярная бобинная пряжа. У девчонок в ассортименте то, чего не найти в других магазинах. И готовые палантины. Вот это бренд этого магазина. Из лучших материалов, которые только можно, по очень бюджетной цене отвязывают готовые изделия. Ну, у нас действительно пряжа такая, какой, наверное, нигде вы не найдете. Вот это Зиолана. Это пряжа, в составе которой пуп посума. Посум это не опоссум, сразу говорю, заранее, да. Если кто хочет посмотреть, заходите там на сайт и смотрите статью, читайте. Вот, у нас с этой пряжей очень долгая история, мы с 2015 года ей занимаемся, и вот наконец-то решили заняться готовыми изделиями. Вот. То есть у нас есть изделия из пряжи Зиолана Каури Фингерен, это вот эта пряжа. Есть косыночки, это наши новинки. В общем, на любой вкус и цвет. Есть перчатки, есть варежки. И, в общем, тут много чего. Это замечательная датская пряжа из Сагер. Это пряжа из Перу. Это бэби альпака с шелком. Там у нас дальше наша новинка шикарная. Вот на ней сейчас желтый образец, да, уберут. Вот это вскушенный мешемир и меринос высочайшего качества. Ну и дальше там у нас пряжа от нашего друга Иллимани. Это пряжа настоящая, все самое лучшее для посетителей шерстяного базара. Магазин Тебикнит. У ребят Нора, да? Да, Нора большой гостеприимство. Ну, сюда мы привезли только Нора, потому что мы хотим познакомить рынок России с данной пряжей. Вот. И немножечко привезли немцев в Шопеле. Лодки у них сейчас, то есть новые, да, а в основном Нора. У нас средства для стирки, в первую очередь направленные на шерстяные изделия, снятие пропитки, распушение, смягчение. Это для растительных составов. Единственные бутыльки, которые с пеной. Остальные средства у нас без пены. Также у нас дополнительная марка – это «Дивный дом», которая производит косметику. Косметика натуральная, отечественная, развивается в Питере. Разработка наша, все сертифицировано. Приглашаем за покупками. Спасибо большое. Вы
вот это новинка от Мундиаль. Вот, пожалуй, сегодня, да? Да, вот новенькая совсем. А что вы еще? Да, да, рован и такой. Ну, на лето уже направленность, на лето еще носочка на хлопком. Тоже хорошо пошла. А это, по-моему, 5 часов вышивается, да? Ну, нет, конечно. То как? Ну, вот я вышивала 4. Я... Нет, не 5, 4. Были оскорбления наших детей. Или кто бы не имеет. Девочки привезли самый фантазийный шпок. Самый сумасшедший. Это даже нам как раз. Те, что боятся, мы любим и рассказываем, как это начинается. Показываем образцы, рассказываем, какие бренды вязали. Вот из этой пряжи вязала Максмара, у меня тут есть шуба. А из этой пряжи вязал бренд Мувей. И у них есть диганы и жилет с такой пряжи. Это я не знаю, еще не видела. Кто вязал, но мне нравится уже. Мне нравится. Наши гости из Стамбула. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, что вы привезли. У нас пряжа ручной сборки и ручного окрашивания. Эти две фабрики, с которыми мы работаем, они работают только с качественным сырьем, с итальянским сырьем, и потом его окрашивают и собирают в Стамбуле вручную. Вот эти вот все пасмы собираются руками, то есть нарезаются ленты, соединяются. Вот эти вот все пасмы тоже. Вот это вот вручную окрашивается. Это очень нежный 19-микронный меринос. Да, вот, он, видишь, он прям, очень нежный. Да, он прям шелковый на ощупь, но шелка в нем нет, это меринос такой. Он окрашен вручную на фабрике, то есть в технике ручного украшения. И вот наши изделия, которые из этой ягоды, они у нас ходили по подиуму в Нью-Йорке буквально 2 недели назад, вот в Огните, на их сцене, вот эти вот 2 изделия были представлены. Вот мы эту пряжу специально привезли. Вот эта пряжа с платья, Валентино Пинк цвет, и вот пряжа с джемпером. Это не пряжа, да, магазин, да? Это пряжа, да, это у нас хлопок с бамбуком, хлопок со льном, носочная пряжа, пряжа для сумок. Вот такие вот фирмочки, вот, получается, такие сумки, вот такой вот пряжа. Мы производим для зрителей. У нас в нашей линейке 130 цветов. Посмотрите на любой вкус. Также мы продаем пряжу для окрашивания основы, которую можно окрасить и получить пряжу ручного украшения. Все цвета в наличии. Сегодня у нас почему-то прямо пошел шум. Спрашивают хлопок, но у нас чего не очень много. И носочная пряжа. Вот это вот наша любимая. Красивый кручи. И вот такие, смотрите, прялки. И главное, что никаких усилий не надо. Здесь специальное устройство, натяжители. Ага. Можно выровнять натяжители. То есть можно где-то установить этот натяжитель и через него? Ну, не где-то, а вот здесь. Всю продукцию, обалдеть. Hello, магазин «Волокно», стор. «Газал», «Лана Сумок», да, потом есть «Инфинити». Сиам, вот носочка новинка. Что еще у нас есть? Есть еще False Guard, датская фирма. Росариус 4, это Португалия. Очень мягкое, да, все прекрасное. Женя, да, у Жени я училась прясть. Да. Это наша прядильщица. Пряги. Мастера прядения, как выяснилось. Сколько по времени прясть вот такую пасму? Часов 6, 7, 8. Святые люди. Это сильных духов это занятие. Да, да, очень красиво за то. Да. Вот он. А результат такой, какой не купишь. Участники, которым не прорваться, у них все время кто-то есть. Японская пряжа, сажусь и бобина вся. Это с японской бумагой пряжа. Вот это 100% бледный шелк. Вот этот супер мягкий кедмахер, экстра кедмахер на шелке. Это вот куда это ходит? Тайландский шелк в мальборе. Вот еще вариант мальборе. Это самый лучший шелк. Блестящий, да. Да. Это у них тайландский шелк, это буретный. Вот это шведский лен у нас, калинка. Вот это тоже тайландский шелк с тонкими толстыми переходами. Вот образец вот такой. Вот это из конопли, тайландская пряжа тоже. У меня меринос, и у меня это все экстра файн меринос, очень мягкий.
Из моей пряжи можно связать мои модели. Лучше вязать каждому, не делить. Все найдут свое место. Прекраснейшие сумки для вязания. Она единственный мастер, который у нас такие классные проектные сумки возит на маркет. Илона не было в декабре, потому что она не успела бы покрыть весь спрос. Да, в этот раз она подготовилась. И вот смотрите, самые разные радующие сумки проектные. Это наш цвет. Это очень популярный стенд с одеждой. Все наши постоянные участники. Расскажите, пожалуйста, что у вас? Да, у нас больше акцент идет на готовые вязаные изделия. Они производственные вязки, промышленные машины. В общем, большими объемами мы отвязываем. Составы все натуральные. Например, есть 100% мерино, 100% кашемир, что-то с ангорой, что-то с альпака и пигмахером. В общем, пряжи из Италии, производство здесь, в Москве, в Казани. Вот. Тысячи, в общем-то, уже костюмов было продано. У нас большой опыт, порядка 5-6 лет, по-моему, уже отвязываем костюмы. Да, вот, например, даже постоянные покупатели. То есть мы уже предусматриваем такие моменты, как чтобы не оттягивались коленки, специальным методом вяжем. В общем, можно сказать, что мы съели собаку на костюмах. Вот, и поэтому специализируемся именно на них. Вот также у нас есть и платья, и юбки, и кардиганы. В общем, впереди нас ждет весна, самый сезон кардиганов, поэтому приходите обязательно. Да, вот эти кардиганы потрясающие. Я видела много расцветов разных. Да, да. Они очень плотные за счет жаккарда, и вот весной их можно без верхней одежды прям спокойно, смело надевать, и прям очень красиво. Аккуратно. Смотрите, пожалуйста, в Инстаграме можно найти магазин пряжи «Твое хобби». Соответственно, они отвязывают из самой лучшей пряжи, они имеют доступ к этому делу. Наш популярный участник, у которого разобрали весь носочный стоп за час. Почти, да? Жаловались, подходили клиенты, что... Нету. Нету, да, как так-то? Да, и носочный стоп, и наборы моментально просто пролетели. Ну, осталось еще дундага. Много. Вот. Средства для стирки, жидкие, твердые, маленькие, большие, во всех вариациях. Девочки выпускают свой каталог, он еще они работает. Они совместник открывают, да. Для них остались еще наборы. Супер. А вот здесь у нас производители шнуров. У нас собственное производство. Мы находимся в Витте, в Московской области. Мы делаем шнурочки для темного вязания, шапочек, шарфиков. Делаем шнурочки ручного окрашивания, шерсть, ангора, кашемир. И делаем шнур для вязания сумочек, шоперов. И еще такой шикарный шнур с эффектом замши, бархат. Ребята, называется Москокор. Столярная мастерская, да. Вместе и аксессуары, семейное, да. Двумя руками, одной не да. Можно я? А сильнее. Опа, вот. На магнитиках, да. О, оно еще и на магнитиках. Да, да, все будет надежно спрятано. А можно я маленькую открою? Да. Ой, вот так. Вот. Обалдеть. Очень да. Здорово. Моталочки для пряжи. А это для чего? Это донышки для корзиночек. А, точно. Да. А это моталка для пряжи? Да, да, да. Вот так на моточек вставляется. Катажка сейчас. Сюда. Вставляешь пазы. И вяжем в другую комнату, пошли, взяли с собой, оставили и дальше вяжем. Класс.
Мы занимаемся разведением пчелок коз, снова возрождаем это дело, так как наша семья занималась этим уже более 100 лет. Это идет по женской линии. Бабушки занимались, козы держали, вязали пуховые платки. Я вот продолжаю. Мы с мамой делаем пряжу, вещи. Очень теплые. Очень. А говорят, можно спать на снегу, но я не проверяла. Вот здесь в Медвоке это модное придение. К сожалению, нет. Сейчас я просто вам покажу. Это просто очень красиво. Это тоже пряжа ручного придения. У Антонина свое хозяйство пуховых кроликов, и они из этого пуха придут пряжу. Самую разную модную пряжу с бисером, с пайетками. Очень-очень это все мягко. Готовые изделия. Также у них столярная, правильно, мастерская. Вот они делают невозможной красоты доски. Вообще просто не доски, а произведение искусства. Это еще один мастер ручного придения, Оля, это ее муж. А Оля организует фестиваль «Пряхофест» в Суздале, который проходит каждое лето, правильно же, да? Да, и Оля продвигает придение вообще в России, она молодец. У нее каких только материалов нет, из которых она придет. Да, разные животные, яки. Верблюжата, альпаки, ламы. Какие-то овцы хитрые, Да? Все внизу. Это с разных концов мира. Да. Английские, исландские, голландские, австралийские, новозеландские. И вот еще Оля делает вот такие супер-мега-популярные маркеры, которые разлетаются, как да, горячие пирожки. А это наш новый стенд большой. Это гильдия мастеров придения. Мы представляем Анбор 30. Угу. У нас все, что связано с кроликами, в смесовом варианте. Здесь есть совечка, есть только 100% Анбора. Ваты уже все раскупили. Есть ваты. Для придения. Это наш кролик и мериносовые овечки. Это коврики, да, придения? Да. Это самопрядяные коврики из овечьей шерсти, постиранные с особой технологией, чтобы сохранить все природные свойства полезной овцы. Мне кажется, ходишь по такому коврику и молодеешься. И здоровее становишься. Да. Да. Это конопляный коврик. Ой, слушайте, какой классный, прям природный. Ой, там какая фактура красивая, смотрите. Вот а это просто камушки. Это тоже самопрядяная овечка. Мне очень приятно, да, мне кажется, это массажный эффект. Да. Сейчас в России востребованы и пояса из собачьей шерсти, и варежки, и абсолютно гламурные всякие вещи, типа кардиганов делают из них. Мне кажется, мастер придения должен выглядеть вот так. Да, вот так создается наша пряжа. У нас тут несколько мастеров, вся пряжа разная. Каждая уникальна, это не фабричная пряжа. Вот это наш участник постоянный, тут теперь он представлен на стенде Челси Книтю. Да, вот у нее такие прекрасные марки, тоже с пехом большим. Вот здесь вещи. Женя. Да, Женю я знаю. Женя дизайнер. Вот она делает такие классные вещи, коллекции прям. Она сама придет в пряжу и делает из нее коллекцию. Очень красивый кардиган, как из нора. Только не из нора. Очень мягкий вообще. Смотрите, какой красивый. А это ручное украшение, да? Украшение и придение. То есть вы сначала покрасили, потом сплели, да? Вот сначала сплели, потом покрасили. А, я вас знаю. Красота у вас. Вот свитер тоже связан. Платье. А, платье. Ой, два свитера. Это Мария из кузницы и краски леса. Мада. Марфа, извините, пожалуйста. Вот. Краски леса. Это из ручного придения соткано.
А тебя Марфа зовут? Меня Ксюша. А почему Марфа? А потому что Мария искусница, много их уже. Смотрите, какая красота. Это же из какой-то хитрой пряжи связано, это из японской пряжи Нора, да. Которая секционная. Очень красивая. И вот здесь есть для придения косы. А сколько прясть вот такую нит? Смотрите, тонкая носочная пряжа, я так поняла, это да? Это не носочная, это, в принципе, чистый меринос. Там в районе 500, по-моему, метров. 510 метров на 100 грамм. Это пасма 100 грамм. Сколько ее прясть? Ну, сложно сказать. 4 рабочих дня, наверное. Да, 20 часов. 20 часов? 2000 рублей за 100 грамм. А это носочная пряжа ручного окрашивания. То есть изначально волокно еще наверняка там что-нибудь вычесывается, стирается, красится, да? Да, вот, например, вот это, например, пряжа была изначально не мытая овечья шерсть. То есть, чтобы получить вот это, нужно сначала шерсть помыть, перечесать, покрасить. Спрясь. Процесс очень интересный, он очень увлекательный. И я, например, люблю все этапы работы с шерстью. И даже научилась стричь овечек. Мой Гарри Поттер знаменитый. Я вот раз его привезла на пасму 50 грамм. Это все носочные. Есть у меня носочные 100-граммовые, тоже из разных коллекций моих. И 100% меринос. У нас собственное производство кожаной фурнитуры для сумок и шнура. То есть градиенты у нас шнур от 1 мм до 5 мм, без сердечника. Кожаная фурнитура, все из натуральной кожи, очень большой выбор оттенков, качественная фурнитура, оптом и в розницу. Поэтому, если кто из магазинов хочет, мы будем очень рады. Супер, мне нужно. И это все кожаное, очень классно, кстати. Эксмо, наши новые участники. Какая книга самая популярная сегодня была? Популярной уже нет. Тоже было достаточно популярное «Связать драконов». Завтра у нас будет выступать автор. Она из моих любимых. Альтернативные методы дизайна роскошной вязаной одежды. Это интересные выкройки. Ой, здесь еще и выкройки. Обалдеть. О, мне тоже надо. Если вам нравится что-то вязать необычное, то это вот для вас. Candle for You, наши постоянные участники, очень популярные, и ароматы для дома, свечи. А, вот эта свеча, она уже полная. Что-то еще. Это прям, знаете, для 15 квадратов, я спокойно ароматизирую. Это массажный. Так, ну я не смогу, у меня есть вот такая кружка, огонь кружки, это самая удобная кружка. Кстати, у нас все керамисты делают красивые чашки, но вот конкретно у Марины, у нее очень эргономичные вещи. Это прям круто. Я купила чашку на прошлом, и на утро начала пить из нее кофе, и такая, ничего себе. Я была удивлена тем, какая она приятная, я, честно признаться, не думала, что от кружки можно испытывать такие эмоции. Тарелочки красивые, просто дизайн. Ну, еще помимо всего, я купила кружку за дизайн изначально, а оказалось, что оно еще все супер удобное, да, пролядная мастерская, вишфуд. Ребят, достаточно доступно. Да, от 1000 до 3000. Сколько? 1700. С кожаным ремешком натуральный. А вот это? 1800. Самые симпатичные. Здравствуйте. Это наши новые участники. Все очень красиво. Всякие такие ужасные симпатичные штучки, из которых можно... А на что их используют? Это же сережки можно делать, да? Можно подвешивать вот наши игрушки вязаным игрушкам, куколкам. Это все бусинки. Вот, смотрите, можно пришить такое на шапку. Это очень классно смотрится. И вот. Классно вот такие маленькие пульки. Я возьму. Вот, посмотрите. Это очень красивое. Учитывая, что в магазине сейчас небольшой выбор пуговиц, очень рекомендую. Кстати, вот нетвер. Смотрите, какие красивые эти перчатки. Я сейчас примеривать не можно? Конечно. Вот эти самые красивые, самые яркие. Блин, они еще и мягкие. А вы так
самые красивые, тогда вот эти красные поменьше. Мне больше всех нравится. Видите, какая красота. И, конечно же, я сейчас померяю еще. А из чего вы вяжете эти перчатки? Ой, из премиальной пряжи. Это амфора, это кашемир, лор пьяна. А есть разница, на какую руку вы надеваете? Есть, да, металлические. Я буду сюда. Да, да, правильно. Да. Это кашемир, да? Да. Видно. Чувствуется. Да, можете присобрать, а можете прям до локтя. Она действительно очень красивая. Ну, вот это тоже красивая, но да, здесь да, очень да, красивая да, драпировка. Да, вот да, да. Класс. А сколько стоят такие перчатки? 8. 8? Угу. Потому что это кашемир, и да, очень потому, что это сложно нет. вязать. Это байма-рейс-серверные украшения, супер-медоудобные. Вот. Тут красота. А это ты все делаешь, да? Я и уже не только я. У меня уже много людей. Вот, много людей это делают. Такую красоту. Ну, круто, потому что баймари. Это хит вообще, когда размещаешь анонс вашей свечи, директ взрывается от вопросов, где же можно? Да, да. Ну, помимо всего прочего, это все имеет божественный аромат. То есть это не просто прикольное название, брендинг, да? Брендинг, нейминг, да-да. Вот здесь еще мужчины красивые, смотрите. Недорого. Красивые мужчины недорого. Да, и богу красивые. Нынче в цене, как у Дженнифер Лопес, даже дорого. Чуть лучше. Да? Не знаю, бог, наверное, подороже, чем мужчина. Нет, на удивление, богу подешевле. Надо брать. А как пришла идея с такими офигительными названиями? Вообще, это делают наши друзья за границей. Ага. И я это адаптировала на российский рынок. И, собственно, уже под наши запросы. Ага. Заключили ипотеку, и дальше пошло-поехало. На прошлом маркете мне накидали вариантов, я их реализовала. Да. А какие названия на прошлом маркете? На прошлом маркете все просили нормального мужика, говорят, не нужно богатого, давайте хотя бы нормального. Вот, пришло. Да, уверенность в себе была. А идеальная фигура нет? Идеальная фигура уже была мной придумана. Это как у меня и вот у женщины. Это наши новые участники с прекрасными принтами. Я рисую все принты. Потом мы шьем одежду по нашим лекалам на производстве. И, собственно, вот получается такая красота. Здесь шорты, смотрите. Все очень мягкое, приятное. О, смотрите, какие пижамы. Мамы, надо идти за пижамами сюда. Я как-то почему-то не поняла, что у вас есть детская одежда. Смотрите. Вообще такие классные. У нас есть новые ослы. Сидящие на попе называют коллекция. Туда мишки, ослы, кошки. Ну, они просто сами сидят, а в отличие от остальных. Ой, смотрите, какой мишка сам сидит. Да, вот он, сидящий мишка. А это прям можно купить, да? Совку. Можно, если троих тебе берешь, то будет коробка в подарок. Заряженный на любовь, на деньги, на успех, на богатого мужика, на счастье, вообще на все. На хорошую фигуру, как мы видели, на сдачу ипотеки. На любую фигуру. У нас со Светой хорошая фигура. У нас отличная фигура. Я теперь Света посмотрю, которую можно надеть. Очень ярко, все красиво. Света еще очень технолог хороший. Учится, постоянно совершенствуется. Они еще поймут, ты скажи же, они наверняка не растягиваются, плечи носят. Ну, конечно, задание. Нет. Во-первых, они уже прошли ВТО, то есть с ними, если, конечно, их не варить, да, и не стирать там в кипятке, то они не сядут, они не растянутся. Вот. Естественно, какие-то будут вещи пеленговаться, то есть это естественный процесс. А это кашемир, да? Да, это кашемир. Нет, кашемир. Да. А это не кашемир. А кажется, как будто кашемир. Наш постоянный участник. Нет, вот смотри. Впрочем, связан с носки. А вон моя пряжа. Все покупатели туда. Да.
пришли похвастаться, вы купили, да? Посчитали ряды, пошли посмотреть. Все карты. Ужасно симпатичные носочки. Ну, здесь идеальные носки на любой вкус, цвет, размер. Смотрите, какая прелесть. Я здесь покупал свои крестницы носочки. С удовольствием носит. Это наша звезда. Марина Верхотова. Марина известная вязальщица и не менее известный теперь человек, который делает вот такие прекрасные украшения. И свечи. Я украшения делала еще до вязания. Потом, когда я начала вязать, у меня не было времени их делать. Uh-huh. А потом, когда началась пандемия, я между прочим, мне просто хотелось занять чем-то руки. И я вспомнила, что я могу делать украшения. Очень красивые. Мне ужасно нравится. Классно. А свечи просто еще... сами шли. В свете очень красивые, такие украшают интерьер. Класс, архитектурные свечи. Марин, как ты пришел к игрушкам? Почему начала вязать? А Марина, видите, какая красавица? А у нее, между прочим, трое детей. Один красивый. Четверо. Просто один раз связала зайчика и все. И забыла про все остальное. У тебя какая-то новая история, да? Это вышивка, да. Я буду начала рисовать и вышивать. Прекрасно. Девушка, что это у вас такое? Расскажите про ваш бренд. А кто же это нарисовал? Наверное, вы. Да, это я. Тоненький. Вот это бренд наш шерстяной базар, наш логотип. А вот он. Вот здесь таблички, с которыми сегодня никто не фотографируется. Да, фоткаются. Фоткаются, да? Шерстяное сердце. Настя Москалева. Широко известная в очень низких кругах, как мы все здесь вязальщицы. Соня, расскажи, пожалуйста, что у тебя? Как ты пришел к вязанию? Я даже не помню. Это было так давно, всю жизнь мою не вяжу. У меня базовые кашемировые палантины, базовые кашемировые шапки, митинги и махер шелком. Но, к сожалению, очень много всего купили. Поэтому остались. Вот, да. Такие прекрасные чепчики. Просто у нас будет совместный проект. Да. Практически в процессе. Да. Прекрасные плотины невозможной красоты и цвета. Есть у вас визит или еще что-то? Вот. Тоже наши постоянные участницы, красавицы. Что уж там. Косметика для лица, для тела, для волос, для ручной работы, средства для ванны, подарочные наборы, аромасвечи. У девочек есть шоурум в Москве. Да, да? На Большой Ордынке, это метро Добрынинская, магазин, мастерская, мастер-класс, да. Самовывозы. Прекрасные броши деревянные, и мастер занялся керамикой, и теперь у нее новое направление, вот такие чудесные милые сережки, такие брошки чудесные. Наш постоянный участник с косметикой, с ароматами. Откуда? Ярославля. Из Ярославля. К нам ездят, мы вам очень рады и благодарны. Мы тоже как рады. Сумасшедший ювелирный бренд. У ребят какая-то очень долгая история. Мы не будем сейчас ее рассказывать, но я просто хочу, чтобы вы послушали волшебный звук этих кулонов. Выглядит это все потрясающе, аккуратно и прекрасно. Вот. Это за ушко. За ушко, да, извините. Ой, как красиво. Помимо всего прочего, они просто очень красивые люди. Много прекрасных людей приходило покупать нашу яркую пряжу. Я художник, дизайнер. И очень люблю цвет. Ну, а еще я организовываю шерстяной базар. И хочу всех поблагодарить, всех, кто приходил на шерстяной базар, всех продавцов, участников. Спасибо всем большое, посетителям, участникам шерстяного базара. Следующий шерстяной базар будет осенью, где-то в октябре. Пожалуйста, приходите. А давайте заключительное слово скажет Виталий. Виталий! Что могу сказать? Прекрасное интервью. Хочется пожелать участникам лучшего позитива.
классных эмоций. Не забывай, что гардероб для вашего удобства. Для вашего удобства, что проход на пожарной лестнице закрыт. И что еще? Что сейчас играет прекрасная группа «Фрейд Фомас» песня на этой замечательной ноте мы и закончим нашу. Всем привет!